Здравствуйте, я Елена, эксперт МВидео. Перед нами холодильник с нижней морозильной камерой Haier. Это стильная и высокая модель серебристого цвета, впишется в интерьер любой кухни. Он не только красив, но и очень прост в обращении. Контролировать работу холодильника легко с помощью внешнего LED-дисплея, который, кстати, показывает значение температуры в обеих камерах. Посмотрим, что внутри. Холодильник отлично подойдет для большой семьи. Его объем 369 литров, позволяет хранить внушительный запас продуктов. А вместительная морозильная камера 99 литров, генератор свежезамороженных витаминов, поможет продержаться до лета. Уход за холодильником минимален, вы даже не заметите, как он будет размораживаться, потому что система Total No Frost делает это самостоятельно и не позволяет инею скапливаться на стенках. Отличительной чертой этого холодильника является интеллектуальный смарт-компрессор. Благодаря тому, что он работает на низких оборотах, повышается энергоемкость и срок службы. Производитель дает на него до 12 лет гарантии. Компрессор также заботится о сохранении свежести ваших продуктов, меняя скорость работы и поддерживая оптимальную температуру внутри камеры. Можете часто открывать дверцу или класть неохлажденные продукты. Компрессор компенсирует это ускоренными темпами работы. Это особенно удобно, когда в доме есть дети. Еще одной особенностью холодильника является специальная влажная зона сохранения свежести для овощей и фруктов. Для них здесь создан настоящий тепличный рай, благодаря которому на столе будет всегда свежая зелень. Свежая еда – основа правильного питания. Для сохранения полезных свойств таких нежных продуктов, как рыба и мясо, есть специальная зона, где поддерживается нулевая температура. Воспользуйтесь MyZone для бережного хранения продуктов или их естественной разморозки. Температуру в этом отделении можно регулировать самостоятельно с помощью внешнего LED-дисплея. Размещать в морозильной камере продукты очень удобно. Два выдвижных ящика помогут загрузить и правильно распределить приличный объем запасов. Согласитесь, из этих ящиков доставать замороженные продукты совсем не сложно. Красоту и функциональность данной модели дополняет энергоемкость. Холодильник относится к высокому классу энергопотребления А+. А значит, поможет экономить на оплате электроэнергии. На этом я с вами прощаюсь и надеюсь, что этот обзор поможет вам сделать правильный выбор. МВидео. Нам не все равно.